Что сейчас? О чем думаешь? Чувство волнения, такого хорошего волнения. Потому что моя Татьяна, она растет вместе со мной. Я начинала с ними. И, конечно, эта партия занимает особое такое положение в моем списке. И каждый раз я нахожу для себя что-то новое. И вот сегодня тоже думаю, что будет тот спектакль, который даже для меня будет сегодня открытием. Ванечка, ты сегодня у нас пастушок? У тебя сегодня дебют? Ты волнуешься перед выходом на сцену? Нет. Нет? Роман Куркович, вы волнуетесь перед выходом на сцену? Есть легкое волнение, не буду скрывать. Ну, у меня есть такая способность справляться с этим недостатком. Вернее, это достаток, потому что без волнения не будет хорошего результата. А вот Иван Геннадьевич, он не волнуется. Все впереди будет. Скоро тебе будет. Александр, он же Сашка, он же Евгений. Онегин мой сосед. С Богом. С Богом. Сильно не стреляй. Давай только не будем это играть сегодня, вот этот вот надрыв, вот этот вот, каждый раз, как психи. Без надрыва нельзя. В конце обязательно кто-то должен умереть. Ну, это будет в середине, а мы уже там будем. Я раньше домой уйду. Это мой самый первый партнер по Евгению Онегину. Мы в консерватории дебютировали вместе. Он был Евгением Онегином, а я была Татьяной. Мы еще, когда учились в Петербурге, мечтали, что мы где-то когда-то споем еще. С Лешкой Костюком. Лешка был Ленский Костюк, Сашка был Онегином, а я была Татьяна. И мы вот помечтали, но мы немножечко как бы... Сколько? 10 лет прошло. Да, да. 10 лет прошло. Да. Пойдем творить красоту. Катюшка. Я побежал. Побежал. Здравствуйте. Сегодня культурно будем говорить о самой женской профессии – оперная дива. Говорить об этом будем с Анастасией Кикоть, солисткой Приморской сцены Мариинского театра. Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Вчера у вас состоялся спектакль «Евгений Онегин». Какие чувства? Вот поете вы уже не первый, не второй, не десятый, наверное, раз. Вот как на следующий день. Послевкусие есть после спектакля? Да, есть послевкусие. Счастье, и что все, что я задумала на вчерашний спектакль, все получилось, все удалось. И какой-то такой вот нега, наверное, после спектакля, потому что этот спектакль занимает особую такую полочку в моей биографии. И я очень люблю этот спектакль. И вчера он был особенный. В чем особенность? Вчера даже многие отметили, что он звучал по-другому. Уж не знаю, с чем это связано. Может быть, приближение весны или просто ощущение моей души, не знаю. Но вчера он был еще нежнее, чем обычно. Я вчера была какая-то очень лиричная, не знаю. Это, наверное, помощь зала и моих близких, не знаю. Настя, все-таки об оперной диве. Я знаю, что вы с детства мечтали стать певицей, да? Как вы представляли себе? И думали ли вы, что станете оперной дивой? Нет, никогда не думала, что вообще меня жизнь приведет в такой сложный жанр. Я родилась в музыкальной семье, и музыка была со мной всегда. Она с детства была. С 4 лет я находилась в музыкальной школе рядом со своей мамой, как хвостик такой, и заходила на все занятия и пробовала себя в разных жанрах. Я пела, и мне так это нравилось, и
больше мне нравилось эстрадное пение. Вот как-то так меня тянуло и... То есть вы себя видели в короткой юбчонке, да, с какой-то короткой стрижкой? Мое первое, да? выступление было, я пела песню «Маленькая страна», вот в коротеньком платьишке таком, два хвостика, очень было забавно, мне было 7 лет. И в Хабаровске была тогда очень популярна передача «Песенка за песенкой». И маленькие юные звезды могли попробовать себя на телевидении, и все было по-взрослому, но мы были совсем юные. И вот мне тогда уже понравилось это внимание, камеры, мотор, запушка, и ух, можно продемонстрировать свое творчество. А что касается... оперного пения в 14 лет, в 13 даже, я зашла в колледж искусств на консультацию к своему уже преподавателю Ржены Кашактуиной Ким и увидела это творчество изнутри. И мне так это понравилось, она так рассказывала вдохновенно об этом, что после первого нашего с ней урока я вылетела из кабинета с огромными крыльями и летела, и говорила: «Мама, смотри, сколько у меня нот, сколько новых произведений». И я не с того момента ни об одном дне не жалела, что я начала заниматься именно этим. Какие требования вы выдвигаете к себе? Еще больше работать, наверное. Мне всегда говорили, что когда человек талантлив, и ему очень много дается от природы, он чуточку ленив. Он знает, что у него все это есть, и можно... И так получится. И так получится, да. И порой мне иногда не хватает вот этого... толчка, но это бывает редко, но сейчас, конечно, акцент на себя, на мое развитие как певицы, поэтому я очень много изучаю языков, сейчас я изучаю французский, и мне это дает какие-то, ну, знания, и поэтому трудоспособность еще больше, чтобы мне хватило силы и энергии это все сделать. Существуют партии, не секрет, да, оперные, которые достойны, так сказать, только оперных див, да, и в вашем репертуаре уже таких, ну, накопился небольшой, да, багаж. Да. Вот, и одна из них, это, конечно, «Царская невеста», это ваша Марфа. Марфа, да, Марфа Васильевна. Насколько это была партия мечты, и в чем сложность ее исполнения? Давайте все-таки поясним, почему она считается такой сложной партией настоящей оперной дивы. И все так придирчиво всегда. А как будет звучать Марфа? И по большому счету даже по Марфе судят, состоялся оперный спектакль или нет. Марфа, конечно, ключевой герой в опере «Царская невеста». На ней все завязано. И я, наверное, даже в самых своих дальних мечт не мечтала о том, что я когда-нибудь исполню эту партию. Oh!
Я даже немножко испугалась, думаю, Марфа, а смогу? И я помню, что моей фамилии в назначениях не было. Но у меня был опыт работы с Михаилом Юровским в Париже над этой ролью. И я пришла к руководству и сказала, я бы хотела, чтобы вы меня назначили. Пусть я буду там второй, третьим составом, но я хочу попробовать. Я хочу просто пощупать это своими ногами, руками и своим голосом. Началась работа, и я скажу, что это было непросто. Партия Марфы очень такая кружевная, сложная. И две арии абсолютно в гармонии одинаковы, но они абсолютно разные. Две Марфы. Одна Марфа, а уже вторая царица, которая больна. И тут уже синтез уже идет и актерского мастерства нужно показать, что с ней стало, и голосом, конечно. Партия, какой образ у вас является следующей ступенью, есть ли такое? У меня есть задумки об леди Макбет Верди. Сам образ леди меня, наверное, манит больше. Ее кровавая такая судьба и насколько она была сильная. И мне нравится такой характер. То есть у вас есть такое желание перейти из образа лирических героинь, да, в более кровавых? Да, немножечко хочется... Подступиться к кровавым женщинам. Да, потому что он очень манит. И сам спектакль мне очень нравится. «Макбет» в нашем театре. Он такой, с одной стороны, мрачный, но в то же время такой притягательный. Я не знаю, я когда зрителем сижу, меня все так захватывает, поэтому... Иногда я стою и думаю, так, пора. А нет соблазна в Питер, в Москву ехать? Я дома. Это ключевое. Я дома, безусловно. Я не жалею вообще ни об одном дне. Вот 5 лет назад я сказала «да» этому театру, я приехала. Здесь не было ничего, не было сцены. Да. Мы были таким самобытным театром, который сейчас знает весь мир. Нас знают в Петербурге, нас знают в Москве, нас знают в Новосибирске, в Японии. Да, то есть нас знает весь мир, и мы выходим на сцену, и в зрительном зале интернациональные гости. И это всегда полные залы. Поэтому я... На данный момент я там, где я нужна.